Искусство соблазнения — это точная наука. Следуя моему методу, вы научитесь покорять любую девушку за 7 часов. Прошу тебя, не спеши с выводами. Мама дорогая, не знаю, работает ли все, о чем вы говорите, но помогите мне ее вернуть. Но ты мужик-победитель по жизни. Главное не тушеваться. Любая девушка всегда тебе ответит. Привет, я Эрнесто, познакомимся? Отвали! Видишь? В искусстве соблазнения... Вернуть свою бывшую — это самое сложное. Есть четкие правила. Если кто-то увел ее, значит, в ее глазах он ценнее, чем ты. Гуляешь по пляжу в одиночестве? Можешь зайти повесить мне полки? Нет, это тест на подкаблучника. Если она действительно тебе важна, покажи свои когти. Прекрати немедленно. Не волнуйся, малыш, все под контролем. Не зови меня так, это я тебя научила. Со мной это не работает. Зачем ты добавляешь все эти смайлики? Просто так. Что значит просто так? Что они означают? Ничего. Ничего? Соблазнение. Так нечестно, я умираю от любопытства. Все, молодец, достаточно. 7 часов на соблазнение. Понимаете, я хочу записаться не потому, что мне это необходимо. Может, я и не красавец, зато у меня есть своя ниша, в которой я действительно хорош. Скоро.